Салат и соус в сущности родственники. Не только по взаимодополнению, но и по определению. Оба они произошли от слова «соленый». Но сегодня речь не совсем об этом. Не всегда дело в досоле или пересоле. Есть такие составляющие, в присутствии которых подчас и о главных компонентах блюда забудешь. Здравствуйте, дорогие друзья! Любите ли вы чеснок? Ах, как просто им все испортить, определенно скажет кто-то. И ладно, если просто передобавить свежим. Прощай, романтика. А если пережарить, прощай, атмосфера кухонного уюта. Нет запаха горши по части кулинарной несостоятельности. Но довольно о печальном. Есть масса рецептов, где не нужно подвергать тепловой обработке этот в высшей степени полезный продукт. Чем полезен, кроме замечательного запаха, о котором уж говорено-переговорено? Особо ученые останавливаются даже не на витаминах. Три микроэлемента. Элементы оказывают решительное действие на наше здоровье. Это йод, сера и германий. Последний, к слову, довольно продовольственно редкий. Содержится в таких растениях, как алоэ или женьшень. Может быть, поэтому, если нет противопоказания, специалисты Института питания РАМН утверждают, что человеку в год надо съедать не менее 6 килограммов чеснока. Может быть, ведь даже древние, а культурному чесноку, почитай, 5000 лет, считали, что он наравне с луком дает силу для самых разных подвигов. Трудовых, вспомнить хотя бы строительство пирамид, военных, вспоминаем Римскую империю, личных и очень личных. На Востоке чеснок почитается действенным афродизиаком. А еще просто вкусных, того, что тонко, подчеркиваю, тонко приправленный чесноком, съесть можно эх сколько. Будь то наша традиционная отварная свекла, или, скажем, яично-сырная бутербродная паста, или пикантно-европейские чесночные соусы эскарго или айоли. Наш соус, конечно, попроще, но оцените, как замечательно получилось. Слоеный салат из кабачков. Кабачок нарезать кружочками, обжарить с двух сторон на растительном масле. Аналогично кружочками нарезать помидоры. Майонез соединить с тертым чесноком. Далее выкладывать слоями кабачки, помидоры, кабачки и так далее. Каждый слой промазывая чесночным майонезом. Украсить зеленью. И поблагодарить за этот замечательный рецепт Елену Ивановну Кузнецову. Огромное спасибо. Наверняка отдельная благодарность от тех, у кого с кабачками в этом сезоне все очень хорошо, готовить устали. Что ж, дорогие друзья, присылайте и вы ваши рецепты. Удачный сезон в силе. И пусть приятный аппетит на затейливое, ароматное, красиво поданное блюдо будет приметой каждого нового дня. Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Пока.